Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Mazda CX-5 2013 года выпуска. Объем двигателя 2 литра. Крышка и массозаливная горловина чистые. Нагара и эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. Одиннадцать с половиной килограмм. Второй цилиндр. 11,5 килограмм. Третий цилиндр. 11 килограмм. Четвертый цилиндр. 11 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.